В Смоленском сельском поселении ведутся активные работы по благоустройству. В станице Крепостной строят бетонный тротуар по улице Мира. Его протяженность 600 метров. Работы ведутся за счет средств Смоленского сельского поселения. Работы выполняет индивидуальный предприниматель Говорухин, житель станицы Крепостной. На данный момент работа продолжается. В течение 15-20 дней планируется закончить все работы и сдать данный объект. В станице Смоленской на улице Карла Маркса ликвидируют последствия снежной зимы. Большое количество осадков привело дорогу в ненадлежащее состояние, затруднив проезд машин. Нам пришлось в этом году, можно сказать, полностью ее всю отстраивать. На данном этапе работа ведется, после градирования подсыпается щебнем. И до конца этой недели мы планируем закончить работу на этой улице и для блага жителей, чтобы они могли спокойно добираться до своих домовладений. Градируют улицу Шолохова. Мероприятия по ремонту и отсыпке дорог в поселениях района проходят на постоянной основе.